Добрый день, дорогие друзья! Сегодня еще хочу одним таким поделиться кондитеркой ваниль. Она не дешевая, но тут очень такие свежекачественные торты. Кому интересно, как раз вот в этом районе Кодепста нахожусь. Вот так. Также здесь и пельмени, вареники, и домашние лепки. Ну, торты, да, довольно дорогие. Но, опять же, я говорю, я ни разу не пожалела на дни рождения, в гости кому-то. Я вот именно здесь торты беру. Где-то, конечно, можно найти дешевле, но мне нравится. Я знаю, что оно тут свежее качество будет обязательно хорошее. Вот так вот. Сейчас покажу свой любимый торт. Так, сейчас покажу вам его. Меня ругали, чтобы продавщицу не снимала, не знаю по какой причине. Что да почему, наоборот, это лишняя реклама, но я просто рассказываю свое, да, мнение. Мне, ну, творожные, ягодные вот я беру постоянно, и там с клубникой есть еще.